дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Сегодня, дорогие друзья, я представляю вам работу египетского разработчика, которого зовут Ашраф. Вот так выглядит его циферблатик, но это уже я его поднастроил, а так он выглядит чуть по-другому, но тем не менее очень хорошо. Это достойный гибридный циферблат с достаточно хорошей прорисованной картинкой. Посмотрите, какие узорчики. Стрелочка у нас двигается, как в кварцевых часах. Данный циферблат сделан достаточно оригинально, что у него есть цифровое время, которое находится по краям. И аналоговый циферблат посередине, стрелки которого выходят за рамки самого циферблата. И, естественно, это смотрится достаточно интересно. Далее у нас есть с вами сердцебиение. Здесь виджет, который перенастраивается. Дальше виджет у нас с вами заряда батареи, пройденных шагов. И здесь же у нас два ярлычка, которые настраиваем как хотим. Сверху у нас тоже с вами виджет. В данном случае стоит погода, но его можно будет легко перенастроить на то, что вам лучше всего подойдет. Мы с вами имеем быстрый доступ к пульсу, батарее и к шагам. А в данном случае Samsung Здоровье. Верхний и нижний виджеты тоже кликабельны. В том числе и тот, который вот в данной маленькой полосочке. Настроек здесь, я вам хочу сказать, очень много, хоть отбавляй. Первая настроечка – это цвет вот этих вот интересненьких узорчиков. Цветов тут достаточно много. Ну и я думаю, что даже самый изысканный ваш вкус будет удовлетворен. Следующая настроечка меняет цвет аналогового циферблата. И здесь цветов тоже достаточное количество. Я думаю, что также вы найдете то, что вам подойдет. Еще одна настройка цвета, только уже цвета цифровых часов. И здесь настроечек цветов тоже очень много. От ярких до полутемных или темных в принципе. Следующая настройка, опять же, настройка цвета, только уже часовой стрелки аналоговых часов. И здесь их также очень много. Вы видите, как они меняются. Белый фон по краям остается неизменным, но середина наполнения меняет цвет. Следующая, как мы с вами можем догадаться, настроечка, это, естественно, изменение цвета уже минутной стрелочки. Но и еще следующая уже секундной стрелки. И последняя настроечка дополнений, это верхний виджет, нижний виджет, ярлыки два посередине и виджет еще вот здесь. Ну и когда мы с вами прошли уже все настроечки, мы с вами получаем вот такую вот красоту и подписываемся на телеграм-канал Новости СВ. Для этого циферблатика, дорогие друзья, помимо того, что я вам его показываю, есть 11 промокодов, которые я раздам всем, кто напишет комментарий для этого видосика. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Вы были на канале SmartWatch.